Великий православный пост – важное событие в жизни верующих. Это время духовного очищения, когда человек может разобраться в своих чувствах и помыслах. Некоторые люди зачастую воспринимают пост как способ оздоровления и похудения. Здесь важно найти золотую середину и не потерять истинный смысл самоограничения. Главная цель поста – молитва. Все пищевые ограничения нужны для того, чтобы очистить дух. Церковные службы помогают преодолеть верующим земные страсти. Есть несколько особенных богослужений, на которых нужно побывать во время Великого поста. В Чебоксарском мужском монастыре уже отчитали канон Андрея Крицкого. В этом году Великий пост продлится с 27 февраля до 15 апреля. Это самое подходящее время для перемирения с ближними, самим собой и Богом. Верующий человек во время поста он должен чувствовать голод для того, что он хочет кушать, но не земный хлеб, а небесный. Пост требует дисциплины тела и духа, но ни в коем случае нельзя превращать его в самоистязание. Воины, путешественники, больные люди, беременные женщины и маленькие дети могут не придерживаться строгих пищевых запретов. Лишения могут причинить им вред, но молиться они должны. Это ведь не вегетарианство и не диета. То есть, если мы постимся просто желудком, то в посте, наверное, смысла вообще никакого нет. Это ведь самое главное, вы знаете, наверное, попытаться в себе что-то изменить, в своей душе. Великий пост – самый древний в христианстве. Он является самым красивым, трогательным, светлым и поучительным временем для верующих. Он готовит человека к главному празднику – Пасхе. Главное – стараться от всей души, а не просто так показухой заниматься. Помоги вам, Господи, всем достойно подходить к посвящению Христову. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.